первую очередь Одинцовская налоговая рассказала о нюансах применения контрольно-кассовой техники. Новый порядок действует с 1 июля этого года. Исключение у нас составляют налогоплательщики, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на уменённый доход и патентная система налогообложения. Для них обязанность применения контрольно-кассовой техники наступает с 1 июля 2018 года. Таким налогоплательщикам инспекция рекомендует уже сейчас начинать переход на новый порядок. Специалисты налоговой службы подчеркнули, что многие документы можно предоставлять в электронной форме. Это можно запросить справку о состоянии расчетов, об исполнении обязанностей, выписку операций по расчету с бюджетом, также перечень отчетности, налоговая, бухгалтерская, ту, которую вы сдали в отчетном периоде. То есть это все можно сделать дистанционно и довольно-таки быстро. Кроме того, налоговики напомнили, что юрлицам необходимо подробно детализировать адрес своих организаций. Многие учреждения ошибочно ограничиваются лишь указанием офисных помещений. В связи с чем инспекция обращает внимание арендодателей и арендаторов на проведение детализации своих адресов в кратчайшие сроки. То есть необходимо подать заявление в инспекцию о внесении сведений в единый госреестр по форме 14001. Если юридическое лицо не предоставило такие сведения, инспекция внесет в реестр запись о недостоверности, содержащейся в нем информации.